Опа. Ангелина, добрый день, друзья. У нас время обеда. Обеда время, да. И Чита кушает, да? Чита кушает у нас. Кушает творожок. А кролик у Читы сидит. Давай, раз. Моя зяйка. Давай, давай. Она очень аккуратная девочка. Что? Не надо выплевывать. Больше, чем надо, ей она не будет. Она их тогда выплевывает. Ну. Давай, давай, давай. Тык. А потом будем кормить кролика. Да? Вижу, да. У нас тут, скажи, общий такой. И Ангелина кушает, и Чита. И сейчас будем... Где там наш кролик, да? Чита, покажи кролика. Где там наш кролик? Ты проживала, нет? Проживала? Друзья. Какие ручки? На. Чита, она кушает каждые 2 часа. Эльф наш. Ушастый такой. Чита. Молочко. Чита. Молочко мы потом. Сейчас творожка поедим. Давай. Вот так. Вот так. Давай, Чита. Ап. Да. Ангелина, комментируют. Забавная, да? Еще? Точно. Сейчас, подожди. Как эльф, да. Вот эти вот ушки, там же как... Ты все? Ты уже наелась или еще будешь? Еще, да? Она пока не пожует, она не будет открывать его. Маникюр какой у нас черный, ногти длинные какие. Да? Маленькая, да? Ну, давай. Да, нет. Пока капитально. Не прожует. Боже, такое забавное. Ну такое забавное. С кроликом им теперь гораздо теплее. Чити, я уже заказала памперсы. Давай, 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 давай. Ну, для недоношенных деток. Не, не хочет. Все, ты наелась? Как старушечка такая. Да. Тщательно пережевывает пищу. Да, ей палец, она любит. Ее же мама за хвост держит до года. Нет? Ну, давай еще. Давай. Ну, оп, молодец. Мне же нужно, чтобы ты была сытая и красивая. Очень плохо с такими обезьянками. Подожди, дай, 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 дай. Где там? Боже, эти мощи, этот скелет. Плохо, что с такими обезьянками, если семья... отказывается, то потом она уже не принимает семья. Но зато есть положительный факт. Ей потом подсадить самца, так как эта девочка, и они создадут новый прайд. Так что, друзья, вот такая у нас такое кормление. Пишите, как вам наш новый житель. С любовью, Зайгана.